партнер показа Vega Flowers Gallery. Фитостены и бонсай – это естественная красота природы. Рада встрече. Говорят, жена для старости, а любимая женщина для страсти. Вы знаете, я очень мало знаю мужчин, которые готовы все это совместить. Их действительно очень мало. Знаете почему? Они никому об этом не говорят. Они живут так, как если бы они хотели жить всегда. Засыпать с любимой женщиной, просыпаться с любимой женщиной. И заметьте, с их точки зрения это должна быть одна и та же женщина. Повторяю, этих мужчин мало. Но именно они достигают тех финансовых и социальных высот, которые позволяют им не думать о том, как могло бы быть. Они полюбили один раз и на всю жизнь. Это очень мощный источник энергии – любовь. Те, кто умеют, живут долго и счастливо. Доктора уверяют, что они еще и здоровы, потому что даже грипп они переносят вместе, а вместе легче. Когда я слышу «представляете, он женился в третий раз», я всегда думаю – бедный мальчик, даже если мальчику 70. Что такое жениться в третий раз? За одну жизнь пытаться понять в третий раз Вселенную и верить с юношеским энтузиазмом, что новое и неизведанное будет лучше известного. Это грустно, но, видимо, модно. Потому что за последний месяц я уже раз 7 слышу, что после 50 человек из третьего брака возвращается к первой жене. И потом усталый и счастливый шепчет: «Я думал, что мне все понятно. Я могу стаптывать задники у дорогих тапок. Я могу не втягивать живот после ужина, потому что она любит мой животик. А самое главное правило – а помнишь, становится любимым». Общие воспоминания, общая страна, общие пережитые проблемы сближают больше, чем молодость, красота и силикон. С вами была я, Ольга Филипповская, и программа «Пудра».